Всем большой привет! Получила я свой заказ в компании Avon по 12 каталогу. Выглядел каталог вот так. И спешу поделиться тем, что было в заказе. Прошлый раз еще по 11 каталогу я заказала новинку. Я вам ее сейчас покажу в самом каталоге, к сожалению. Объясню, почему к сожалению. Так, где-то тут 12-я страница. Да, вот. Это был, он до сих пор еще, видите, в новинках, второй каталог новинка. Я живу на территории трендсеттеров. Это территория, которая идет на два каталога впереди основной территории. То есть у основной территории это еще будет в будущем новинка, получается. Это лосьон-спрей для рук, антибактериальный эффект, 100 мл, 149 рублей. И прошлый заказ, когда я получала, он у меня шел под номером, что не заказывайте, будет допоставка со следующим заказом. Ну, наступил момент следующего заказа. Я ожидала, что ко мне приедут два моих заказанных спрея еще по 11 каталогу. И каково было мое дикое удивление, когда этот спрей ко мне приехал под номером 1. Ну, вы видите, да? Лосьон спрей номер 1. Номер 1. У компании Avon означает, что товар закончился и больше поставок не будет. То есть можете больше не заказывать. Закончилось на складе и больше не будет. То есть это как? Я трендсеттер, который и когда еще он самой новинкой был, не получила. Сейчас не получила. Основная территория еще только как бы у них впереди этот каталог с новинкой. В общем, я не поняла, как он мог закончиться и когда он успел закончиться, этот лосьон. Это было для меня удивительным. Такого в Avon еще, мне кажется, не было. Но теперь уже о более интересном и более нужном. Хотя спрей это очень нужно и актуально. Несколько пен заказала себе моя подписчица, которая теперь является и моей клиенткой, одной из единственных и любимых. Вы знаете, очень приятный аромат. Мне так понравился. Теперь пена не зафольгированная. Она мне сказала, что можно тестировать все ароматы, если есть желание. Ну, в общем, я туда носик засунула. Аромат малины и черной смородины. Очень приятная пена. Видимо, она ей тоже нравится. Она взяла 1000 мл, то есть целый литр. И пена действительно такая достойная, летняя, приятная. Понравилась. А вот эту пену я себе уже брала, поэтому в эту я нос не совала. Я еще помню аромат своей. Алоха Маной. Пена для ванн. Очень приятный аромат кокоса и цветов. Настолько это вот прям тропический, сладкий, приятный для лета аромат. Если любите подобные ароматы, обратите внимание, это достойный продукт. И себе я взяла, вроде бы это новиночка. Абсолютная чистота, деликатная, 500 мл. И действительно аромат чистоты. Он такой прямо нежный, приятный, вот свежий, зелени, огурчики, вот что-то прямо косметическое, вот пахнет чистотой, вот правильно назвали, не добавить, не прибавить, не убавить, приятная пена. Также из необходимого девочка заказала себе с молочной кислотой очищающее средство для женской интимной гигиены. В них 300 мл. Очень многие любят эти средства. Я сама пользуюсь с удовольствием. Редко слышу, чтобы какая-то реакция была, аллергия, еще что-то. Работает хорошо. Так, также еще был заказ тоже не мой. И, по-моему, не первый раз она себе заказывает. Это для подтяжки, кажется, так. Так, по-моему, да, для подтяжки. А, вот, русский нашла лосьон. Ну вот, против растяжек, да, от растяжек. Вот такой вот лосьончик. Кто-то его хвалит, слышала. Так, до поставка, вот, когда я вам показывала прайс-лист, по цифре 7, в прошлый раз тоже не приезжала. Это был от Clear Skin тоник для глубокого очищения. Я тогда взяла его слишком дорогой, и, представляете, его еще и не было на складе. В следующем каталоге он был дешевле, но выбора не было. У меня уже был заказан, и не перезаказать. Для глубокой очистки
Вот он, тоник. По 160 рублей я его схватила. Но на самом деле это ненормальная цена. Она у них бывает и гораздо дешевле. Поэтому не делайте, как я. Вообще взяла я его сына. Он спиртовой и уже от первых проблем каких-то. Плюс лето на дворе. Потеет лицо. И тоже уже какие-то проблемки появляются на нем. А себе я взяла очищающий тоник, огурец и чайное дерево. И вообще он тоже, по-моему, спиртовой идет. Ну да, спиртовой он точно. И работает на очищение. Мне он нравится. Вот пока лето, жара, пока возможность возникает закупорки пор от пота, я люблю такой тоник использовать. Обычно я его хоть утром, хоть вечером. У меня есть и увлажняющие тоники, но вот какими-то моментами, прям бывает даже неделями, я использую такой, и мне нравится. Это было с молодости, прямо только тогда еще в нашу молодость это были лосьоны какие-то там, ну, такие спиртовые лосьоны для лица, огуречные. И что я еще взяла по отзывам? У меня уже была вот эта водичка. Шок я испытала не только от цены, а от того, что очень приятный аромат оказался. Вот прямо очень приятный. И та, которая у меня была, это цветочный аромат. Лепестки розы, гордения, сандаловое дерево. Настолько он классно, приятно звучит. Ну, он недорого звучит. Но для лета такая вот свежесть... Свежесть, нежность, цветы, вот что-то такое вот прямо приятненькое. И всего 299 рублей. Ну и вы как поняли, я не зря это показываю. Сегодня я взяла второй аромат, потому что тоже на него слышала хорошие отзывы. И девочки говорили, что аромат тоже достойный, и его можно было бы даже и подороже, если ставить, он достоин. Это все туалетные водички, в них 50 мл. Второй вариант, голубой, цветочно-цитрусовый. Аромат итальянский мандарин, фрезия, мускус и амбра. Вы знаете, вот изначально я больше подумала, что вот в этом цитрус есть. Но здесь она не заявлена. А вот во втором я больше слышу цветы. Так, давайте я вам покажу, вот как он выглядит. Вот он какой красивый. Он реально красивый. У первого тоже была коробочка симпатичная. Она такая, как таблеточка, да, такая нежная голубенькая таблеточка. Вот так выглядят оба аромата. Интересные. Они интересные. Они мне оба понравились. И я думаю, что в августе я их оба возьму с огромным удовольствием в использование на месяц. Ну, правда, они будут не единственные, потому что у меня еще прямо желание несколько ароматов взять в использование. Сейчас прям тестирую его. И он красиво звучит. Это голубая вода. Вот. Она и раскрывается как-то вот очень нежно, по-летнему. И при этом это не холодный аромат, он не веет прохладой, он веет каким-то таким легким теплом. Вообще просто классный. Оба понравились. Обратите внимание, 299 рублей, еще и скидка на него. В итоге он у меня даже с маленькой скидкой, у меня тут всего 15% была скидка, обошелся. Где он? Вот туалетная вода, 299, 15%, 254 рубля он мне вышел. Мне кажется, хорошая цена. И хотела я, девочки, честно, хотела, но не все у трансеттеров по фокусу проходит на первой неделе. А ждать еще неделю этого я уже не хотела. Я вот на этой странице выбирала один из жидких теней, одну, и решила фиолетовый взрыв взять. Вот. Но мне сразу пропечаталось, что невозможен заказ. Видимо, они еще и на складе их нет. Ну, в общем, не получилось. Ничего с этой страницы не получилось. Поэтому вот первыми тоже будет не очень хорошо. Все новинки мимо тоже проходят. Потому что еще рано. Оказывается, еще рано. Что ко мне еще приехало? Это каталог 13-й с новыми ароматами. Не стала я пробники даже брать, себя соблазнять. Фокус приехал. Мы с вами его сейчас полистаем. И приехал еще аутлет. Тоже мы его посмотрим сейчас. На первой странице сразу две воды. Туалетная вода женская
Имари 299 и туалетная вода Альфа мужская 75 миллилитров. Цены вы видите, цены достойные. Тоненький всего один разворотик. Давайте посмотрим, что нам предлагают в аутлете. Я не буду торопиться. Вот, кстати, уже зависла сумочка. Я вот когда сумочки вижу, неважно, что у меня их уже большое количество, на сумочки я реагирую. Кисти тут я вижу для румян и для лица. С красивым. Я, кстати, кисти еще заказала на Алиэкспресс. Теперь буду ждать. Кисти я люблю. Вот прямо у меня слабость к кистям. Я девочкам даже оставляю запросы. Но пока на запросы мне только одна девочка откликнулась. Сказала, с удовольствием снимет. Поэтому я жду. Вообще люблю я кисти рассматривать. Часики смотрите тоже какие симпатичные. Прямо очень симпатичные. Отгадайте, на какие я вам показываю. Правые или левые? Так, что у нас тут? Тут ароматы и уход. Давайте тоже не торопясь. Ой, какая прелесть. Набор для бритья. Ой, какая прям красота. У меня муж прямо очень любит вот такие вещи. Я не знаю, он сейчас пользуется ли помазком, но как-то я на его полочку внимания не обращала. Не, у него всегда он был. Просто сейчас так на вскидку сразу не смогла вспомнить. Если пользуется, надо подсмотреть. Может быть, подарок сделать? И фокус. Это более интересно. Давайте посмотрим фокус. Это три аромата, которые в прошлый раз в фокусе шли по спеццене. И вот они опять в фокусе представлены. Ну, скорее всего, они будут представлены, да, в каталоге, а в фокусе будет скидка предлагаться на них. Да, вот. То есть, если берете 2 и более, 40% скидка. А если 4, и... давайте вот так покажу, потому что тут вот чуть поподробнее, то 50% скидка, видите? Так, вот так видно, да? Хорошая скидка на новинку помад. Это глянцевый блеск для губ 7 мл. Цена в каталоге 249. Выгодно брать 2, 4, 6 и более средств. Вот глянцевый блеск, видите, идет на скидках. Далее, еще одна страничка. В прошлый раз другая кисть предлагалась на скидках. И здесь кисть для теней. 12,8 ручка бамбуковая. 299. Я все на кисти. Я вот прямо как это ненормальная с кистями. Два глаза, вот кисти я люблю. Мне кажется, многие девочки с кистями неравнодушны к кистям. Ой, смотрите, какая красота! Нежный бархат твоей кожи. Да вся страница красота, правда? О, бархатистый персик. Целая линейка бархатистого персика. Давайте я вам поближе вот так покажу с ценами. Ну, надо что-то взять будет, да? Если мне опять дадут. Либо я неделю пропущу. Не с первой недели закажу, а со второй, чтобы вот попали новинки. Так, что здесь? Ягоды в шоколаде, яблоко в карамели. Это ароматы для гурманов. Шок цена 299 рублей. Туалетная вода 50 мл. Первое цветочный аромат с нотой гурме, а второй фруктовый аромат, ну, также с нотой гурме. Хотите поближе нотки? Вот так. И лови моменты удачи. Написано ароматы тоже. Шок цена 719 рублей. Первое это парфюмированная вода для нее, а вторая туалетная вода для него. Для нее цветочно-восточный аромат, аккорд шампанского, золотой жасмин, ваниль. А для мужчины перец тимут, листья корицы и ветивер. Вот так вот. Можно по одному экземпляру взять. Ой, наконец-то! Эйвен, сколько мы вам кричали, сколько мы кричали. Обновите детскую линейку 3+. Посмотрите, какая красота. Да, будет обновление. С этой стороны новинки для мужчин. Даже лосьон после бритья в такой странной
не лосьоновой упаковки. Но тем не менее. Kia Men. И вот давайте детскую коллекцию поближе посмотрим. Безопасная формула. И что у нас представлено? Детский бальзам для губ, детский шампунь, кондиционер, туалетная вода для девочек и туалетная вода для мальчиков. Вот так вот. Далее, что у нас в фокусе? Каждый один за 599, два за 449. Вот можно посмотреть на ароматы. Можешь приобрести неограниченное количество. Вот, скидки не будет больше. Это минимальная цена. И здесь наборы. Аромонаборы. Парфюмерно-косметический набор. Посмотрите, 179. Тут лосьон для рук и парфюмерная вода с шариковым аппликатором. Так, что у нас тут далее? Тоже наборчики предлагаются. Здесь обновки. Брюки женские вверху. 1399, женская блузка и еще одна блузка. Стандартная страница. И сзади новая формула, текстура, аромат. Попробуй первый, убедись. Вот что-то они тут обновили, да, видите? Девочки, давайте этот ролик я закончу, и мы в следующем встретимся. Кто еще не листал каталог Avon, а преданно ждали мой обзор, то я буду с огромным удовольствием с вами вместе листать его. Спасибо огромное за внимание, за просмотр. Далеко не расходитесь. Скоро мы с вами встретимся на ароматы. Прямо интересно, интересные ароматы. Буду их тестировать поподробнее, потому что первые я тоже потестировала и в угол поставила, а сейчас оба у меня активно пойдут. Ну, надолго не прощаюсь, скоро увидимся.